Витя, я так понимаю, что ежедневно все мои сторисы будут посвящены исключительно тебе, правильно? А мои тебе, да. Это любовь? Да. Такая головоломочка. Пошли мне поцелуй воздушный. Как сердечко на кофе. Друзья, у кого на сегодня какие планы, кто чем будет заниматься? Мы тут на тему белорусских собрали. Сначала переоденется кто-то, а потом пойдем. Я, короче, так оделась, но я красивая, одела пиджак и поняла, что еще чуть-чуть, и я задохнусь и умру. И с меня сойдет 55 потов. После вчерашнего выступления Тимы белорусских я очень быстро пришла в себя и сейчас иду загорать на пляж, наконец-то. Третий день, как я в Одессе, Таня только вышла для того, чтобы позагорать. Вот мой пупсик со мной. Короче, затащили меня мои друзья, значит, пить настоечку. Реклама. Так и заведение называется, поэтому будьте в Одессе, начните свое утро с пьяной. Короче, ребят, сижу, ловлю связь с космосом.